Здравствуйте, мои любители вязания и мои подписчики. И кто кроме еще смотрит, я очень приятно. Вяжите вместе со мной. Мы сегодня с вами будем вязать вот такой красивый чехольчик для нашего телефона сенсорного Honor 8S. Я вам сейчас покажу, как петельки набирать. И как вязать, значит, я взяла черный цвет, он не марки. Вот такие бусинки, какие у вас есть. Это я приклеила на клей ПВА. А здесь я просто просунула и завязала здесь узелочками. Вот, приступим к нашему вязанию. Цветочек я буду сейчас, потом буду, сейчас объясню, как вязать, значит, саму основу и цветочек. Я вязала крючочком 3,5, понадобятся ножницы. И теперь я вам покажу теперь, как вязать основу. Я возьму синий цвет, потому что у меня черный уже закончился. Вот, теперь мы набираем с вами. Вот так делаем узелочек. Вот, перекручиваем нашу ниточку. Так, подождите. Вот так делаем воздушную петлю, и мы вяжем с вами воздушные петли. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И вы на телефончик вот так проверяете свой. Ложите прямо на телефончик, какой у вас размер по ширине. 16, 17, 18. Вот. И можно так, в принципе, приложить. Я прикладываю к своему чехольчику. Теперь мы будем с вами вязать по вот эти все петельки, обвязывать столбиками без накида. В одну петельку пропускаем, вяжем во вторую петельку в столбик без накида, в следующую петельку и так далее до конца ряда. То есть у нас зашивать нам ничего не надо, у нас плотность вязания будет полная. Вот так мы с вами вяжем столбики без накида. Просто на черном плохо видно, сейчас будет на синем очень хорошо видно наш узор. Можете темно-синий взять, темно-серый, можете яркие какие-то цвета для себя выбрать, разницы нет. Вот, довязали до последней петельки. Вот. И теперь в эту же петельку мы вяжем столбик без накида и разворачиваем вязание. Эту ниточку мы сейчас провяжем сзади вот так. И опять зацепляем ниточку, петельку нашу, и вяжем столбик без накида. И прячем эту ниточку, следующую петельку зацепляем ниточку, столбик без накида, и так вяжем мы с вами до конца ряда. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки свои, пишите комментарии. Таким образом мы провязываем в каждую петельку. Вот у нас как получается. Эту ниточку припрячем.
довязываем до конца ряда. Вот. Посмотрите внимательно. Вот, провязали. Теперь мы никаких воздушных петель не делаем. Сразу же в первую петельку, насквозь петельку. Вот так. Делаем накид, полупетли вяжем насквозь петлю. 3 петельки на крючке и провязываем 3 петельки вместе. Опять накид в петельку, зацепляем ниточку, 3 петельки на крючке и соединяем вместе. Это называется полустолбики. И теперь мы вяжем по окружности. И высоту вяжете такую, прикладываете к телефону к своему и вяжете нужный вам размер. Каждую петельку полустолбики. И мы вот так вяжем с вами. Они такие пышные и узор очень красивый. И вот мы с вами разворачиваемся в другую сторону и точно так же вяжем полустолбики. И вот у нас она округляется, поднимается верхняя часть. Я быстро вяжу. Вы можете немножко на паузу нажать и просмотреть еще снова. И снова мы довязываем до угла. Вот так. И все так же вяжем в каждую петельку. Вот. Я провязала. Угу. Вот. Не торопитесь, вот я тороплюсь, и ниточка неправильно идет. И все, дальше точно так же. И вот так можете уже развернуть. Это изнаночная сторона, и вот так. Видите, какой узорчик красиво получается. У меня на Honor восьмерка. Сейчас я вам скажу, сколько рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 рядов. И я здесь соединила уже и добавила белую петельку. Вязала столбики с одним накидом. Весь в каждую петельку ряда. А здесь такой узорчик в петельку я. 3 столбика с одним накидом. Одну пропустила, следующий столбик без накида. Опять одну петельку пропустила и в следующую 3 петельки, столбики с одним накидом. Узорчик такой приобрела. А это веревочка, столбики с одним. Воздушные петли вяжутся и столбик я вязала. Просто воздушные петли набирала. А здесь я уже веревочку еще все петельки провязывала полустолбики, чтобы немножко потолще было на шею одевать. Сейчас мы с вами будем, я вам покажу, как вязать такой мотив, такого цветочка. Откладываем. Вы уже поняли, как дальше вязать. Далее мы... Я беру вот такой цвет, какой вы хотите, красный, желтый, любой цвет берете. Делаем окружность вокруг нашего пальчика. Вот так. Делаем петельку. Вот так.
Это получается, провязываем вокруг, в окружность столбик без накида. Это первая петелька. Нам нужно провязать таких 24 столбика без накида. 19, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24. Вот. И теперь затягиваем нашу окружность. Вот, за ниточку протягиваете и тянете столько, сколько она затянется у вас. Вот. И теперь мы соединяем наш ряд насквозь петельку в косичку. Соединяем. Вот так мы с вами соединили. Вот. Теперь в каждую петельку мы с вами вяжем столбик с одним накидом. Делаем воздушные петли. Раз, два, три. Накид и в петельку. Эту ниточку мы провяжем, пряча сзади. Насквозь петлю. Сейчас. Зацепляем нашу нить и провязываем вот три петельки на крючке. Две провязываем и две петельки еще раз. Провязываем две. Вот это столбик с одним накидом. Делаем накид. Следующую петельку насквозь петлю, столбик с одним накидом. Далее в следующую петельку. Это уже 4 столбика с одним накидом. Таких должно получиться 24. И считаем 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23 и 24. И в третью петельку мы соединяем наш ряд.
Соединили. Делаем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Делаем накид и в следующую петельку насквозь петлю вяжем столбик с одним накидом. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в следующую петельку вяжем столбик с одним накидом. В следующую петельку столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. В следующую петельку вяжем столбик с одним накидом. И далее в следующую. И так мы вяжем, заканчиваем этот ряд точно так же. И заканчиваем наш ряд. 3. Делаем 2 столбика. И здесь мы делаем 3. 1, 2, 3. 3 воздушные петли. И я соединяю наш ряд. 3-ю воздушную петлю подъема. Далее смотрите, в следующую петельку мы насквозь петлю зацепляем нашу ниточку и просовываем. И в следующую петельку вот так сейчас снова просовываем через нашу косичку и снова просовываем нашу петельку, соединительные петли. Потому что мы будем вот эти ячейки с вами вязать. Как мы это будем делать? Делаем 3 воздушные петли подъема. Вот это считается как столбик с одним накидом. Нам нужно провязать сейчас 2 столбика с одним накидом. Получится 3. Вот таким образом. Делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И снова же в эту ячеечку мы вяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и 3. Вот так вот. Теперь в следующую ячейку делаем накид и 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 3 воздушные петли. И снова в эту ячеечку 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Вот таким образом. Получается красиво очень.
Следующую ячейку вяжем 3 столбика с одним накидом. Раз, два, три. 3 воздушные петли. И снова 3 столбика в эту ячеечку вяжем. И так мы вяжем до конца нашего ряда. Точно так же. И потом у нас уже последний ряд сейчас после этого завершающий наш цветочек. Заканчиваем мы уже этот ряд. Так, еще 3 ячеечки осталось. Можете взять потоньше пряжу, какая вам нравится. Здесь вот у меня беленький цветочек, у меня чуть-чуть потоньше пряжа. И завершаем вот этот ряд и последний ряд. Сейчас будем с вами вязать. Я вам покажу, а довяжете уже сами, самостоятельно. Последняя ячейка.
3 столбика. Все, закончили. Теперь в третью воздушную петельку мы соединяем наш ряд. Теперь мы должны вязать вот в эту ячеечку. Нам нужно туда дойти крючочком. В петельку просовываем крючок, зацепляем ниточку и соединительная петля. В следующую петельку соединяем соединительную. И в третью петельку соединительная петелька. Вот. Как красиво получается у нас такой цветочек декоративный. Ну, последнюю мы вяжем ряд. Вяжем 1, 2, 3 воздушные петли. Теперь мы должны вот в эту ячеечку связать 5 столбиков. Один есть, 4 вяжем. Ну, я считаю, как 2, 3, 4, 5. Делаю я одну воздушную петлю и делаю в эту же ячейку еще 5 столбиков с одним накидом. 2. Лучше, конечно, давайте... я забыла, минуточку. Так, вот здесь, смотрите. Вот петелька, да? Лучше связать еще 2. 1, 2. А лучше 3 давайте сделаем, чтобы попышнее у нас был такой листик. Кончик. И вяжем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Вот, смотрите, как получился наш лепесточек у цветочка. Смотрите, пропускаем первую петельку, вторую и в третью мы насквозь петлю вяжем столбик без накида. В следующую ячеечку мы вяжем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Снова накид и снова в эту же ячеечку вяжем 5 столбиков с одним накидом. 2, 3, 4 и 5. Далее вяжем столбик без накида. Вот здесь серединка. Вот смотрите внимательно. Столбик без накида. Вот у нас такие красивые лепесточки у цветочка. И также вяжем в каждую ячеечку. Вот. А посередине между ними столбик без накида. Вот вы можете самостоятельно уже связать вот такой красивый декоративный цветочек. И потом я пришила. Вот какие у меня бусинки нашла. И приклеила на клей ПВА. Вот, спасибо за просмотр моего видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пишите свои комментарии, что-то вы хотите связать со мной, что-то новенькое. Спасибо, до свидания.